Добрый день, хочу показать видео, когда людям говорю, что рыба окунь, жерех, судак, щука, даже в леще попадается, в сазане уже попадается, вот каспийская рыба. Уже даже на Ставрополе в окуне есть вот этот паразит. Вот хочу показать, чтобы люди знали. Вот, видите точки? Вот точка, вот она точка. Это вот окунь, это каспийский окунь. Был пойман в Володарском районе Астраханской области. Вот, сейчас я покажу. Вот точка. Вот она точка. Сейчас будем ее вскрывать. Посмотрим, что это такое. Может быть, я ошибаюсь. Вот он. Вот, сейчас он поедет. Вот он. Видите? Вот. Вот я его положу. Это просто вот разделываю окуня. Это в Соме тоже такая же ерунда творится. Вот он, паразит. Вот какие червяки. Вот он. Так, ну кому-то может противно это будет. Ну просто он уже мертвый червяк. Живет в мясе. Вот он еще, видите? Вот я когда людям рассказываю, мне просто говорят, а мы не видели. Вот это просто обзор видео, чтобы люди знали. На рынке то же самое продается рыба. Каспийская. Вот они. Видите, сколько? Она зараженная. Просто многие этого не знают. Вот, вот здесь, ну, нет. Ну, сейчас мы посмотрим, будет здесь. Точка есть просто. Вот я вижу, просто я уже в этих делах. Нет, это просто кровь была, видать. Вот, сейчас посмотрим, все, вот они. Вот они, на пальце их бы куда-то. Вот, паразиты. Даже в селедке попадается вот тихоокеанская селедка. И в ней такие даже паразиты живут, попадаются. Вот, вот она, видите, точка. Вот я ее вот пытаюсь, вот она. Вот сейчас я ее вскрою, вот он. Вот он, паразит какой, видите? Вот. Так что можете сами взять вот, и посмотреть даже рыбу. Кто вот рыбаки, каспийская рыба. Также в Дагестане она такая же. Вот они. Вот, похоже, тоже будет. Вот он. Видите, какими пучками аж. Вот она. Также и сом зараженный. Попадается очень много. Вот. 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 Видите? Вот точка. Вот. Вскрываем. Опа. Вот он. Вот она. Вот, ну, сейчас я его. Ну и что, я его кушать не буду. Я просто показать. Вот, сколько их уже. Не знаю, вот на руке лежит. А когда рыба в садке даже лежит, или достал рыбу, на берег кинул, она лежит, вот особенно сом. Они аж брюхо у него пробивают и вылазят с него. Ну все, спасибо, думаю, видео... Убедительно было, теперь люди будут внимательны.